Стартовал конкурс проектов «Дня города». Мэрия Ярославля предлагает жителям принять участие в подготовке праздника, который состоится в следующем году, 31 мая. Цель – сделать программу более привлекательной и как можно шире использовать инициативу ярославцев. Следующий год объявлен годом культуры, поэтому оргкомитет планирует сделать акцент на богатом культурно-историческом наследии и пригласить к участию в празднике ярославские музеи, театры, концертные залы. В конкурсе предлагают придумать свой вариант праздника. Главное, чтобы он был максимально интерактивным, проходил на открытой площадке и имел социально-культурную значимость. Заявки с подробным описанием проекта и сметой принимаются до 20 декабря.